Devedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasati Devi Kauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine Vanchakaupatarupyascha Kripa Sindhu Bhaihevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasade Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're reading Nectar of Devotion and we're on chapter number 19, which is entitled Pure Love of God. Итак, мы читаем 19 главу Нектара преданности, которая называется «Преданное служение в чистой любви к Богу». So pure love of God is simply another way of describing the topmost level of devotional service, which is prema bhakti. И чистая любовь к Богу — это описание еще одного высшего уровня преданного служения, который называется prema bhakti. And the perfection of prema bhakti is maha bhava. И высший уровень према бхакти называют это Махабхава. And we can see the example of према бхакти in or Махабхава. We can see the example in Shrimati Radharani, how she personifies this mode of pure love for Krishna. И примером Махабхавы является Шримати Радхарани. Она является олицетворением этого настроения чистой любви к Кришне. Of course, coming up on Tuesday is the appearance day of Shrimati Radharani. И во вторник будет день явления Шримати Радхарани. All right, so we're reading the section entitled Association with Pure Devotees. И мы начинаем читать следующий раздел, который называется «Общение с чистыми преданными». Различные методы развития любви к Богу уже были описаны выше, но здесь Шрила Рупа Госвами в общих чертах описывает самый короткий путь достижения этого возвышенного положения. Развитие экстатической любви к Богу начинается с веры. Есть много обществ и объединений чистых преданных, и если человек, имея небольшую веру, начинает общаться с ними, он очень быстро совершенствуется в чистом преданном служении. Воздействие чистого преданного проявляется в том, что когда человек, обладающий некоторой верой, начинает общаться с чистым преданным, он получает возможность слушать о Господе из авторитетных писаний, в частности, Бхагавадгиты и Шримад-Бхагаватам. И тогда, по милости Господа, пребывающего в сердце каждого, в нем постепенно развивается вера в эти авторитетные писания. Это первая стадия общения с чистыми преданными. На второй стадии, когда человек достигает некоторой зрелости в бхакти, в нем само собой просыпается желание следовать принципам преданного служения под руководством чистого преданного, приняв его своим духовным учителем. На следующей ступени преданный занимается регулируемым преданным служением под руководством духовного учителя, в результате чего полностью прекращает нежелательную деятельность. Когда человек оставляет все нежелательные занятия, его вера становится непоколебимой, и в нем развивается сначала трансцендентный вкус к преданному служению, затем привязанность, потом экстаз, и на последней ступени к нему приходит чистая любовь к Богу. Таковы стадии развития чистой любви. Okay, so Srila Prabhupada is describing the different stages of devotional service which we go through. И Шрила Прабхупада описывает различные стадии преданного служения, через которые мы проходим. How in the beginning there must be faith. Вначале должна быть вера. Of course we get faith. You could also say even before faith you have to get association, because to develop faith you have to have some association with some people.
И, конечно же, у нас есть вера, но для того, чтобы эта вера появилась, мы получаем эту веру, для того, чтобы она появилась, у нас до этого должно быть общение с какими-то людьми, которые дают нам эту веру. So Srila Prabhupada describes how in the beginning one will associate, maybe find some society or some association of devotees and become and take part in the activities. И Шрила Прабхупада здесь пишет о том, что человек в самом начале должен найти общество преданных и участвовать в его деятельности. And just by simply coming into their contact, then one can make rapid advancement. И просто вступая в контакт с такими людьми, человек может получить великое благо, великое преимущество. Because in the association of devotees, there will be somebody speaking about the glories of the Lord and describing the philosophy of Krishna consciousness. So one gets the opportunity to hear. Поскольку в обществе преданных всегда кто-нибудь рассказывает о Кришне и о философии, поэтому человек имеет возможность слушать. And they will, when people will be speaking, they will speak on the basis of the scriptures, like Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. И когда люди говорят о Господе, они основываются на священных писаниях, таких как Бхагавад-гита и Шримад Бхагаватам. In this way, one will be hearing and developing his faith in the message of the scriptures. Таким образом, человек слушает и развивает свою веру на основе посланий священных писаний. So this is the first stage of association with devotees. И это первая стадия общения с преданными. And then Prabhupada describes the second stage. Then we begin to follow the principles of devotional service. И затем Шрила Прабхупада описывает вторую стадию, когда мы начинаем следовать принципам преданного служения. And at that time, one will take the guidance and accept someone as a spiritual master. И на этой стадии человек принимает какое-то наставничество и принимает духовного учителя. So, in Sanskrit, we describe these stages: adau, shraddha, tata sadhu sangha, tata bhajan akriya. So, adau, shraddha. In the beginning, there's faith. И на санскрите мы это описываем такими словами: и adau, shraddha — это в самом начале обозначает веру. And then sadhu sangha, the association of devotees, you're hearing from the scriptures. И следующее садху санга — общение с преданными, когда вы слушаете священное писание. And then the bhajana kriya, we begin to do bhajan, we begin to follow the regulative principles. И bhajana kriya, когда мы следуем bhajanu, мы стараемся следовать, начинаем следовать регулирующим принципам. We spoke about the regulative principles. We went through all the chapters describing the regulative principles of bhakti yoga. И мы уже прочитали предыдущие главы, где рассказывали все принципы бхакти-йоги. It's called Vaidhi Bhakti, or devotional service according to the rules and regulations. И это называется Vaidhi Bhakti, или преданное служение в соответствии с правилами и предписаниями. And at that time, you will find a spiritual master, and we will accept someone as a spiritual teacher and take initiation from them. И в это время вы находите человека, который становится вашим духовным, который является духовным учителем, принимаете его как своего духовного учителя и принимаете от него посвящение. And in this way, under his guidance and instruction, the devotee will be able to get rid of the unwanted things in the heart. И под его руководством и благодаря его наставлениям преданные могут избавиться от нежелательных вещей в своем сердце. Prabhupada mentions he becomes free from all unwanted occupations.
И Шрила Прабхупада здесь отмечает, что человек становится свободным от всей нежелательной деятельности. We have many occupations which are not really necessary and which are not important for Krishna consciousness. И мы занимаемся различными видами деятельности, которые на самом деле являются не такой уж важной и для преданного, для сознания Кришны. And then we want to give these things up. И мы отбрасываем все эти вещи. And in this way, then, we will become more fixed in our practice of devotional service. И таким образом мы становимся более сконцентрированными на нашей практике преданного служения. So that stage fixed, that's nishta, where one is very steady, very regulated in his practice of Krishna consciousness. И на этой стадии ништхи мы становимся очень стабильными в регулируемой практике сознания Кришны. And then one will go on to develop the taste of the spiritual activities. И человек продолжает действовать в этом направлении, чтобы развивать вкус в духовной деятельности. Taste is called ruchi, where we have a we actually have, you know, an appreciation for chanting the holy name. And we appreciate seeing the deities. All the different activities of devotional service give us transcendental pleasure. И мы, и вкус называется ручи. Мы развиваем этот вкус, мы обретаем этот вкус в воспевании святого имени, в созерцании божеств, и вся эта деятельность. And then. Деятельность дает нам очень большое очень большую радость. Then after taste comes asakti or attachment, where we have a very strong feeling for these different activities of devotion. И после вкуса приходит асакти, очень сильная привязанность. Мы развиваем эту привязанность к преданному служению. In other words, if somebody disrupts our devotional service, we become very disturbed. If someone tries to interfere, involve themselves in our devotional service and stop us from doing our devotional service, it's unbearable for us. И если, допустим, кто-то разрушает наше преданное служение либо нарушает его, то это становится очень неблагоприятным. You know, like somebody may hide your japa beads. And then you wonder what happened to my japa beads. You'll feel very disturbed. И, например, если кто-то берет ваши четки, да, допустим, и вы становитесь очень, это очень беспокоит вас. Or somebody may take your book. You may be reading a Bhagavatam. Volume of Srimad Bhagavatam, and someone may take it and you lose it, you can't find it, so you feel very disturbed that who took my book. Или, например, кто-то берет вашу книгу Шримад Бхагаватам, забирает ее, и вы не можете ее найти, и вы очень обеспокоены тем, кто же взял мою книгу. So this is all at the stage of asakti or attachment. И все это стадия ступени асакти или привязанности. And then comes bhava, the ecstasies, the emotional ecstasies experienced in devotional service. И затем приходит бхава, эмоциональный экстаз в преданном служении. We spoke about the different characteristics of one who is at the stage of bhava. И мы уже описывали различные характеристики того, кто находится на уровне бхавы. How he will not waste one moment of time. He will want to use every moment of time in the service of Krishna. И мы говорили о том, что такой человек не тратит время понапрасну, он использует каждое мгновение в служении Кришне. And he's very attached to living in the holy place. И такой человек очень привязан к проживанию в святом месте. He's always speaking about the glories of Krishna, describing his pastimes and qualities. Он всегда воспевает славу Кришны, описывает его качества, деяния.
And he has a strong, he's very much attached to chanting the holy name. И он очень сильно привязан к воспеванию святого имени. And he has a hope, he's always hoping somehow or other that he will develop his love for Krishna. И он надеется, что он разовьет любовь к Кришне. So there are 9 different characteristics of one at the stage of Baba. И таким образом есть 9 различных качеств того, кто находится на ступени Бавы. And that Bava, that is the first stage of developing prema. It's like the first ray of the sun. Prema Bhakti is like the sun. Bava is like one ray, and then the full sun opens. It's prema Bhakti. И Бава — это основной первый луч солнца. Бава Бхакти, она подобна солнцу. Према Бхакти подобна солнцу, а Бава Бхакти — это первый луч появляющегося солнца. So, Prima Bhakti is a perfectional stage of devotional service. И Prima Bhakti — это самая совершенная ступень преданного служения. Go ahead. Такого успеха в жизни могут достичь только самые удачливые люди. Те, кто изучает ведические писания теоретически, не в состоянии понять, каким образом происходит эта эволюция. Поэтому в Нарада Панчаратре Господь Шива говорит Парвати: «О Верховная Богиня, знай же, что человек, развивший в себе экстатическую любовь к Верховной Личности Бога и в силу этой любви, постоянно погруженный в трансцендентное блаженство, даже не ощущает ни материального горя, ни счастья, порождаемых телом и умом». So, Srila Prabhupada is telling us that only the most fortunate person can get this level of prema bhakti. И Шрила Прабхупада говорит нам здесь, что только самые удачливые люди могут достичь этого уровня према бхакти. In the very beginning of our study of Nectar of Devotion, we described different characteristics of bhakti. И в самом начале нашего изучения Нектара преданности мы изучали различные характеристики бхакти. Right, there were 2 characteristics for sadhana bhakti. И было 2 характеристики sadhana bhakti. First of all, that it gave relief from all kinds of distress. Первое, она освобождает от всякого рода страданий. And then it was the beginning of all auspiciousness. И она дает все благоприятное. And then we described 2 more characteristics in addition to the 2 from sadhana bhakti, which appear in bhava bhakti. И затем мы описывали еще 2 характеристики относительно according to bhava bhakti. Yes. 2 характеристики, которые относятся к бхава бхакти, но связаны с садхана бхакти. No, we have to understand that Rupa Goswami described devotional service, pure devotional service, in 3 levels: sadhana bhakti, bhava bhakti, and prema bhakti. И мы должны понимать, что Шрила Рупа Госвами описывает чистое преданное служение на 3 ступенях: sadhana bhakti, bhava bhakti и prema bhakti. Sadhana bhakti means devotional service in practice. Sadhana bhakti обозначает преданное служение на практике. Bhava bhakti means devotional service in ecstasy. Bhava bhakti означает преданное служение в экстазе. And prema bhakti, devotional service in love of God. И prema bhakti — это преданное служение в любви к Богу. So we said there were 2 characteristics to sadhana bhakti, and now there's 4 characteristics to bhava bhakti. Итак, мы сказали о том, что есть 4 характеристики садхана бхакти, и для бхава бхакти существуют 4 характеристики. Right. Bhava bhakti also includes, it puts one in transcendental pleasure, and it gives one happiness that one can deride even the concept of liberation. И Бхава Бхакти, она позволяет человеку испытывать удовольствие, когда человек
высмеивает даже саму концепцию освобождения. And then he goes on to describe prema bhakti has six characteristics. И затем он переходит к према бхакти, которая состоит из шести характеристик. So the four characteristics of bhava bhakti are added along with two more. То есть четыре характеристики бхава бхакти к четырем характеристикам бхава бхакти прибавляются еще две. And the other two, the two new ones are the only means to attract Krishna. The only what? It's the only means to attract Krishna. И еще две характеристики — это единственное средство привлечь Кришну. And it is rarely achieved. И то, что он редко достижим. So, prema bhakti, it's not common because it's such a very high, very exalted thing. It's not very common. И поэтому prema bhakti это очень высокий уровень, очень редко достижимый. Это необычная вещь. However, it's possible, and we should know about it. Однако это возможно, и мы должны об этом знать. And certain we learn about it by hearing about the activities of great devotees like Uddhava and Prahlad Maharaj and Srimati Radharani. They're all showing to us what is the mood of one in prema bhakti. И мы узнаем об этом из священных писаний, из описания таких великих преданных, как Удава, Прохлада, Махараджи, Шримати, Радхарани. Они являются личностями, воплощениями према бхакти. And Udava also. Did you say Udava? Yeah, yes, I said Udava. Okay, so Prabhupada then says, if you're just simply an academic scholar, that will not help you to understand Krishna consciousness. И Шрила Прабхупада говорит, что если вы являетесь просто академическим ученым, то это не поможет вам развить сознание Кришны. We see people study Vedic scriptures and they may be very scholarly and they can speak very high language, but they have no real devotion. Мы видим, что некоторые люди изучают священные писания, не могут говорить очень возвышенным языком, но на самом деле у них нет преданности. Sometimes you meet people, they have very deep knowledge, they've memorized so many verses, so many slokas, they know so much philosophy, but they don't follow any principles. Иногда вы можете встретить людей, которые очень глубоко знают священные писания, очень хорошо запоминают шлоки, очень глубоко знают философию, но не следуют ни одному принципу. And they don't chant the holy name. И они не воспевают Святое Имя. But they know the scriptures. Но они знают священные писания. They know them academically. Но они знают его с научной точки зрения. But they don't appreciate the path of devotion. Они не ценят путь преданности. The path of devotion is mysterious, can only be known by the devotees. И путь преданности это очень мистический путь, его знают только преданные. So then Prabhupada quotes a quote which is given by Rupa Goswami from the Narada Pancharatna, Lord Shiva instructing his wife Parvati. И далее Шрила Прабхупада приводит цитату Рупа Госвами, который берет ее из Нарада Панчарата, где Господь Шива разговаривает со своей женой Парвати. We often hear Lord Shiva giving good instruction to his wife. И мы часто зачитываем и очень часто Господь Шива дает хорошее наставление своей жене. So he addresses Parvati, my dear supreme goddess,
Mother Parvati, she's Mother Durga when she goes to work. In her home, she's Parvati, but when she goes to office, she's Mother Durga. So she's very powerful in the material world. И Парвати, когда она идет в свой офис, когда она идет на работу, она Дурга, и она очень могущественна, но когда она приходит домой, она становится Парвати. Дурга is in the material world. И Дурга, она существует в материальном мире. She doesn't go to the spiritual world. Она не идет, она не ходит в духовный мир. So Lord Shiva is telling her that any person who has developed love of God, he's telling her about the greatness of a person who has developed love of God. In other words, they've developed prima bhakti. И Господь Шива рассказывает Парвати о величии человека, который развил в себе любовь к Богу. Другими словами, он рассказывает ей о према бхакти. So because they have this love of God, they're experiencing transcendental bliss. И поскольку они развили в себе эту любовь к Богу, они испытывают трансцендентное блаженство. And the result of that is that they cannot experience anything about the body or the mind. И результатом этого становится то, что они не ощущают никакого опыта, связанного с телом и с умом. Now, when we're on the bodily platform, we're very much influenced by the body and mind. Когда мы находимся на телесном уровне, тело и ум очень сильно влияют на нас. We experience happiness and distress, these things which are all coming from the senses, experiences of the body and mind, material happiness, material distress. И когда мы находимся на материальном уровне, материальной концепции, то мы испытываем счастье и горе, которые приходят от чувств, и это все материальный опыт. When somebody's got prema bhakti, they're completely aloof from anything to do with the body. И когда кто-то находится на ступени prema bhakti, он не имеет ничего общего с телом. So we have to understand what is the nature of prema bhakti. Таким образом, мы должны понять, какова же природа prema bhakti. That although you're living in a material body, you're not at all attached. You don't identify with it at all. И хотя человек может жить в материальном мире, но он абсолютно не связан с этим телом и не связан с этим миром. Okay, go ahead. За любовной привязанностью, любовными отношениями, которые являются различными ветвями изначального дерева любви, следуют многообразные проявления любви, которые мы не будем обсуждать здесь. Эти проявления описаны Санатаной Госвами в его Бхагаватамрите. Любовная привязанность и любовные отношения — это очень сокровенная тема, но Санатана Госвами раскрывает ее очень подробно и без обиняков. Okay, so Prabhupada is adding a note here that the exchanges of love, the different feelings of love which are experienced by devotees is not going to be described here. И здесь Шрила Прабхупада отмечает, что любовные привязанности, любовные отношения — это очень сокровенная тема, и здесь это не будет обсуждаться. Prabhupada says the affection and the dealings of love, they come before the different varieties, which will not be discussed here. They will not be. So the dealings of love between devotees and the Lord, they come before the affectionate manifest, many very affectionate men. Anyway, Prabhupada is saying
certain aspects of prema bhakti are not going to be described here. И Шрила Прабхупада говорит, что многие аспекты према бхакти здесь описаны не будут. But anybody who wants to know about these things, you can read the Brihad Bhagavat Amrita. Но те, кто хочет узнать об этом поглубже, может прочитать Брихад Бхагаватамриту. Which was written by Шрила Санатан Госвами. Которое написано Шрилой Санатаной Госвами. Sanatana Goswami was the older brother of Rupa Goswami. Sanatana Goswami был старшим братом Рупы Госвами. So he described these things, and anybody who wants to know about them, they have to read that book. И он описывает все эти вещи в своей книге, поэтому все те, кто хотят узнать об этом, может прочитать его книгу. And Prabhupada said that the affectionate dealings are very confidential, but Sanatana Goswami has described them. И Шрила Прабхупада говорит, что любовные отношения, любовные привязанности — это очень сокровенная вещь, но Санатана Госвами описывает все это. Go ahead. Так Шри Рупа Госвами завершает первую часть Бхакти Расамрита Синху, надеясь, что его трактат доставит трансцендентное наслаждение Санатане Госвами, утвердившему трансцендентную красоту, и Гопале Бхати Госвами, Шри Рагунати Бхати Госвами и Рагунатхи Дасу Госвами. Из этого перечисления следует, что великий Шрила Джива Госвами еще не проявил себя к тому времени, когда писалась Бхакти Расамрита Синху. Так заканчивается изложение Бхактивиданты первой части Бхакти Расамрита Синху, в которой повествование подходит к описанию экстатической любви к Богу, содержащемуся в следующей части. So, this is concluding paragraph to this first section of the Bhakti Rasamrita Sindhu. И это последний абзац первой части Бхакти Расамрита Синху. And he prays that, as Rupa Goswami prays, that what he has written will be pleasing to his older brother and also to the other Goswamis. И Шрила Рупа Госвами здесь пишет в надежде, что этот его трактат доставит наслаждение его старшему брату и всем остальным Госвами. And he mentions the names of different Goswamis, but he doesn't mention Jiva Goswami. И он перечисляет имена всех Госвами, но не упоминает имени Джива Госвами. Джива Госвами was the nephew of Rupa and Sanata. А Джива Госвами был племянником Рупы и Санатаны. His father was named Anupam, and Anupam had passed away. He left the body early. И его отца звали Анупам, и он очень рано оставил тело. So Jiva Goswami came to Vrindavan to live with his uncles, but he did not come immediately. He came after some time. И поэтому Джива Госвами пришел во Вриндаван, чтобы жить со своими дядями, но он пришел не сразу. Он пришел спустя какое-то время. Yeah, before he came to Vrindavan, he'd gone to Mayapur, and he went around Navadvip, and he saw the holy places, the places of Lord Chaitanya Mahaprabhu's pastimes. И прежде чем прийти во Вриндаван, он сначала посетил Майпур, Навадвипу, все те святые места, которые, в которых проходили игры Господа Чайтаньи. And then after, and he studied all, he went to Benares and he studied more Sanskrit there. И он также отправился в Бенарес, где глубже изучал санскрит. And then he came to Vrindavan and stayed. И только потом он пришел во Вриндаван. So Jiva Goswami was of the younger generation from Rupa and Sanatan. Таким образом, Джива Госвами был новым поколением по отношению к Рупе Санатан. Okay, so we're going to go on now to the next section, which is going to describe about the ecstasies of love of God.
Итак, мы переходим к следующей части, которая будет описывать экстатическую любовь к Богу. Right, chapter 20, transcendental mellow. Глава 20. Трансцендентная раса. Go ahead. Приступая ко второй части Бхакти-расамрита Синдху, автор почти не склоняется перед санатанами. Под санатаной можно понимать либо самого Шри Кришну, либо Санатану Госвами, старшего брата и духовного учителя Рупы Госвами. Если под санатаной подразумевается Шри Кришна, почтение выражается ему потому, что он обладает несравненной красотой и является убийцей демона Акхи. Если же под санатаной имеется в виду Санатана Госвами, то Рупа Госвами выражает ему свое почтение потому, что очень нежно относился к нему и всегда ему служил, а также потому, что он уничтожает все грехи. В этой части Бхакти-расамрита Синдху автор намеревается описать общие признаки трансцендентной расы любовного состояния, в которой выполняется преданное служение. Alright, so Srila Prabhupada discusses to some. Hear me? Would you repeat this once again? There was no connection. Rupa Goswami begins the second section by offering his obeisances unto Sanatan. И Шрила Рупа Госвами приступает ко второй части книги, склоняясь в поклоне перед Санатаной. So Srila Prabhupada explains that the word Sanatan can mean Lord Krishna, or it could mean also the elder brother of Rupa Goswami. И Шрила Прабхупада объясняет, что слово Санатана может обозначать Кришну, либо старшего брата Рупа Госвами. If we accept Sanatan to mean Lord Krishna, then naturally, you know, begin, you're doing something, you want to offer obeisances to Krishna. И если под Санатаной мы будем подразумевать Шри Кришну, то перед тем, как делать что-либо, мы должны принести свои поклоны Господу Кришне. We will offer obeisances to Krishna because he is so attractive and because he is the killer of the demon, the different demons, so he's worthy of our respect. И мы выражаем свое почтение Господу Кришне, потому что он обладает несравненной красотой и является убийцей многих демонов. И поскольку мы ценим все это, в результате этого мы выражаем его свое почтение. And then if we accept Sanatan to mean the older brother, that's because Rupa Goswami serves him. И если под санатаной подразумевать старшего брата Рупу Госвами, это происходит, подразумевается Санатана Госвами, старший брат Рупа Госвами, то это значит, что Рупа Госвами служит ему. And by the association of the older brother Sanatan, that Rupa is able to avoid all sinful activities. И благодаря общению со старшим братом Санатаной, Рупа Госвами имел возможность избежать всех видов греховной деятельности. So now in the second section of Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami is going to tell us about the symptoms of discharging devotional, of doing devotional service. И в этой части Бхакти-расамрита Синдху, во второй части, Рупа Госвами будет описывать признаки любовного преданного служения. Go ahead. В данном разделе Бхакти-расамрита Синдху обсуждаются 5 основных тем. Вибхава – основные признаки и причины экстаза. Анубхава – последующий экстаз. Сатвика Бхава – органический или иначе экзистенциальный экстаз. Вьябхичари Бхава – энергичный экстаз. И Стхай Бхава – безудержный непрерывный экстаз. So Rupa Goswami in this section is going to discuss 5 topics. И Рупа Госвами в этой части книги будет обсуждать, будет описывать 5 тем. Yeah, we explained that after devotional service and practice comes devotional service in ecstasy. И мы уже описали, что после преданного служения на практике приходит преданное служение в экстазе. So one of the topics he's going to discuss are
the causes of ecstasy. И одна из тем будет описывать причины экстаза. That is called vibhava. И это называется вибава. And then he's going to discuss also about subsequent ecstasy, ecstasy which comes, you know, due to different circumstances. One will feel some ecstasy which follows something which comes after the ecstasy. Anubhava means coming after the ecstasy. И далее следующая тема будет описывать последующий экстаз, то есть те чувства, которые приходят уже после экстаза, которые следуют за экстазом, которые называются анубава. And then sattvika bhava, the third one is sattvika bhava, which means the constitutional ecstasy or existential ecstasy. И третья тема будет описывать сатвика бхава, что значит органический или экзистенциальный экстаз. And then vayabhichari bhava, or aggressive ecstasy. И затем vayabhichari bhava, то есть такой агрессивный, энергичный экстаз. And finally, the fifth item is sthayi bhava. И, наконец, пятая тема — это стайбава. Which means continuous ecstasy. Что значит непрерывный экстаз. Go ahead. Разные люди по-разному понимают слово раса, используемое в бхакти-расамрита-ситху, поскольку ему очень трудно подобрать точный английский эквивалент. Однако мы видели, что наш духовный учитель переводил слово раса как mellow. Мы последуем его примеру и будем переводить его так же. Okay, so Prabhupada is just explaining that he's following his spiritual master, Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, translated the word rasa as mellow. He used the English word mellow, although it's not maybe completely perfect, but it's quite close to perfect. So Prabhupada said we follow our spiritual master the same way for rasa. Prabhupada will sometimes use the word mellow. И здесь Шрила Прабхупада говорит о том, что он будет придерживаться перевода его духовного учителя Бхактисиддханта Сарасвати, который переводил слово раса на английский язык как mellow, зрелый, сочный. Go ahead. Это наиболее приближенное значение к слову раса. Go ahead. Расы называют особое любовное состояние, в котором находится преданный, наслаждаясь своими любовными отношениями с Верховной Личностью Бога. Различные типы рас в их совокупности помогают человеку ощутить истинный вкус преданного служения, давая ему возможность испытать высочайшую степень трансцендентного экстаза. Несмотря на то, что это трансцендентное состояние целиком выходит за пределы нашего опыта, мы вслед за Шрилой Рупа Госвами, насколько это в наших силах, попытаемся его описать. So, devotional service is concerned with this rasa, the mellow or the loving exchange between the devotee and Krishna. Преданное служение, оно связано с этой расой, с этим, с этим сочностью, со зрелостью, что обозначает любовный обмен между преданным и Кришной. In order to experience this rasa, one has to have the first, one has to be pure devotee, one has to have love for Krishna. И чтобы испытать эту расу, прежде всего человек должен иметь чистую, человек должен быть преданным и иметь чистую любовь к Кришне. We don't have any feelings for Krishna, if we don't have any love for Krishna, then we won't experience this rasa. Если у нас нет никаких чувств к Кришне, если у нас нет любви к Кришне, то тогда мы не почувствуем, не проживем опыт этой расы. But the effect of this rasa is that we can experience this, the ecstasy, the transcendental pleasure of devotional service. Но эффектом этой расы будет то, что мы почувствуем трансцендентный экстаз преданного служения.
So Srila Prabhupada, he said, this is going to be transcendental to our experience. In other words, we don't know about these things. И Шрила Прабхупада здесь говорит, что это может быть очень трансцендентно по отношению к нашему опыту. Это значит, что мы не знаем обо всем этом. We have no experience of this kind of ecstasy. У нас нет опыта такого рода экстаза. But still, they're going to explain it. Но все-таки он собирается нам это объяснить. Go ahead. Если деятельность человека не будет приносить ему наслаждение какой-либо формой расы или любовного состояния, он не сможет продолжать заниматься ей. В трансцендентной жизни, в сознании Кришны и в преданном служении тоже должна быть своя раса, особый вкус, приносимый этим служением. Как правило, это наслаждение доставляет нам повторение святых имен, слушание, поклонение в храме и служение Господу. Итак, если человек ощущает трансцендентное блаженство, про него говорят, что он наслаждается расой. Точнее говоря, все многообразные ощущения счастья, которые доставляет нам преданное служение, могут быть названы расами преданного служения. Srila Prabhupada is describing to us about developing that loving mood for Krishna. И здесь Шрила Прабхупада описывает нам развитие этого любовного умонастроения Кришне. And without having that mood of love for Krishna, we won't continue to perform our devotional service. И без этого любовного состояния мы не сможем продолжать наше преданное служение. We see people come to Krishna consciousness, and after some time they may give up, they go away. They didn't develop their loving mood for Krishna. И мы видим, что люди приходят в сознание Кришны, и спустя какое-то время они уходят из него. Они не развили свое любовное отношение, любовное умонастроение по отношению к Кришне. So there has to be some taste. We have to be developing that loving feeling for Krishna from the service. То есть должен быть какой-то вкус, мы должны развить эти любовные чувства по отношению к Кришне через служение. So we can experience this mood, we should be experiencing it when we do things like chanting or hearing. И мы должны испытывать это настроение, когда мы, например, повторяем святые имена или слушаем. Or we may be worshipping in the temple. Либо поклоняемся в храме. Or doing some kind of service for Krishna. Или когда делаем какое-либо служение для Кришны. So devotees should feel transcendental pleasure in doing this service for Krishna. Таким образом, преданные должны чувствовать это трансцендентное чувство, занимаясь служением Кришне. So in the course of performing these different duties, there should be some feeling of happiness. И в процессе выполнения каких-то этих обязанностей. And that happiness with devotional service. Hari Bol? Hari Bol? Diana? Hare Krishna? Diana? Yes. What happened? I don't know, I can hear you. Yeah, what happened? I cannot hear you for some time. You couldn't hear me? Yeah. Oh. Okay, you can hear me now? Yes, of course. Okay. So, we were explaining that
That feeling of pleasure which we get from devotional service, this is actually the, like rasa, this is the mellow of devotional service. Итак, вы говорили о том, что то чувство, которое мы испытываем от преданного служения, оно называется расой. Go ahead. Далеко не каждый в процессе преданного служения может испытать блаженство трансцендентной расы, так как это сладостное любовное состояние возникает только в результате деятельности, которую человек совершал в прошлой жизни, или благодаря общению с чистыми преданными. Как объяснялось выше, общение с чистыми преданными способно вселить в человека веру в преданное служение. По-настоящему насладиться вкусом преданного служения может только тот, кто, общаясь с чистыми преданными, укрепил в себе эту веру. Или тот, кто занимался преданным служением в прошлой жизни. Иначе говоря, обыкновенный человек может изведать это трансцендентное наслаждение только если ему выпадает чрезвычайная удача находиться в обществе преданных или продолжать преданное служение, начатое в прошлой жизни. So Srila Prabhupada is describing who is qualified to experience this mellow or to take pleasure in doing devotional service. И здесь Шрила Прабхупада описывает тех, кто может испытывать эту расу в процессе преданного или испытывать блаженство в процессе преданного служения. He said it's not for ordinary people, it's only special men who can experience this pleasure. И он говорит, что такое состояние не для обычных людей, только очень особые люди могут иметь такой опыт. And it comes in two ways. One way it may come from one's previous life, or the other way it may come by association of pure devotees. И он говорит, что это состояние может возникнуть двумя способами: либо когда человек делал это в прошлой жизни, либо если он в этой жизни общается с чистыми преданными. So. Association with pure devotees is maybe more common. И общение с чистыми преданными это может быть нечто более более распространённым. Of course, one has to have faith in that the association of the pure devotee. Конечно же, человек должен иметь веру в общение с чистыми преданными. Or maybe one has done some activities in previous life, which qualifies him to again begin devotional service. Либо в прошлой жизни он занимался какой-либо деятельностью, которая сделала его квалифицированным заниматься преданным служением этой. But Prabhupada is very clear. He's saying that to experience that bliss, that transcendental bliss, it's not for any ordinary person. Но Шрила Прабхупада здесь очень четко говорит, что чтобы испытывать это трансцендентное блаженство, оно недоступно обычному человеку. Only if he's so fortunate to have the association of pure devotees. Только благодаря общению с чистыми преданными. Or is continuing from his previous birth. Либо он продолжает свою деятельность, которую начал в своем прошлом рождении, тогда человек может испытывать это блаженство. All right, so we will stop there today. И сегодня мы здесь остановимся. And we will ask if there's any questions. Yes, there are some questions in the chat. Итак, первый вопрос. Как увидеть в Гуру Кришну? The first question is how to see Krishna in Guru. Well, you have to first of all, what do you want to see? What do you expect to see in Guru? How do you expect to see Krishna in Guru? See Krishna in Guru. Krishna's in everyone, not just in the Guru. Krishna's in everyone. И прежде всего, а что вы хотите увидеть в Гуру? Что вы ожидаете увидеть в Гуру? Кришна
Он находится не только в гуру, он находится в каждом человеке. Находится в каждом. You have to develop the vision to see Krishna everywhere first. И прежде всего вы должны развить такое видение, чтобы видеть Кришну во всем. Then we have to understand how to recognize the spiritual master. И затем мы должны понимать, как мы можем узнать духовного учителя. So you should know what is the qualification of a spiritual master. Таким образом, вы должны знать, какова квалификация духовного учителя. So, just seeing to see Krishna in the spiritual master, you just want to see Krishna in the spiritual master. You don't want to see Krishna in anybody else. Krishna is everywhere in everything. И когда вы хотите видеть Кришну только в духовном учителе, но Кришна существует повсюду, он существует во всем. Of course, he's especially in the spiritual master. Конечно же, Кришна в особенности находится в духовном учителе. How do we see Krishna in the spiritual master? Well, we see the spiritual master engaging in the service of Krishna. И как мы видим Кришну в духовном учителе, мы видим, что духовный учитель, он занят преданным служением. And we see the spiritual master not willing, not he wants to give service to Krishna. He doesn't want to take service from Krishna. И мы видим, что духовный учитель хочет совершать служение для Кришны, а не брать это служение. And the spiritual master will be always telling others about Krishna. И духовный учитель всегда говорит другим о Кришне. The spiritual master is very attached to Krishna and Krishna's service. Духовный учитель всегда очень сильно привязан к Кришне и к служению ему. We should see the spiritual master as the representative of Krishna. И мы в духовном учителе должны видеть представителя Кришны. Representative of Krishna in the sense that he's teaching us to offer everything to Krishna. И представитель духовного Кришны это значит в смысле того, что он учит нас предлагать все Кришне. And he will never present himself as Krishna. But he will present himself as being a very low servant of Krishna. И духовный учитель никогда не представляет себя как Кришна. Он представляет себя как очень низкий слуга Кришны. So you have to be very careful how we understand this statement of yours that you want to see Krishna in the spiritual master. Таким образом, вы должны очень аккуратно понимать это утверждение, когда вы говорите о том, что вы хотите увидеть Кришну в духовном учителе. I've never heard anybody anywhere that this is mentioned, that we should see Krishna. Rather, we should see Krishna in everyone. Я никогда не слышал, чтобы где-либо упоминалось, что мы таким образом должны видеть Кришну. Везде говорится о том, что мы должны видеть Кришну в каждом. Of course, the spiritual master is the servitor, the personality of servitor Godhead. He is the servant. He is the representative of Krishna. И, конечно же, духовный учитель, он представитель савитура. То есть он представитель, he is representative of servant of Krishna, yeah? No, he is the representative of Krishna. He is the servitor personality of Godhead. И он представитель Кришны, он избавитель, скажем так, тот, кто спасает, представитель Кришны.
Anyway, you want to see Krishna in him, first you have to understand what is qualification of a spiritual teacher. И прежде всего, чтобы впустить Кришну, вы должны понимать, какова квалификация духовного учителя. When you understand clearly what is the position of the spiritual master and what is the qualification of the spiritual master, then you can understand better. Если вы понимаете положение духовного учителя, понимаете его позицию, то тогда вы можете понять Кришну лучше. But if you don't know what is guru, then you won't be able to recognize how Krishna is in the spiritual teacher. Но если вы не знаете, как распознать гуру, тогда вы не будете понимать, как учить Кришну духовного. Yeah. Another question. Можно еще добавить вопросы к этому? May I add something to this question? Yeah. Да, пожалуйста. Это вопрос возник, потому что есть такое выражение «не сотвори себе кумира». То есть, когда я вот как новичок, как неофит, меня привлекает гуру как какая-то личность необыкновенная. И, конечно, как бы, то есть мой ум там ему нравится, вот слушает то, что говорит гуру. Может быть, я слушаю, то есть я привлекаюсь на слух, то есть мой ум привлекается там. Но я же должен понимать, что за гуру стоит Кришна, то есть это Кришна через гуру говорит, то есть, ну и как бы вот ваш ответ о том, что гуру совершает служение, то есть гуру, как и такой самый идеальный слуга, но вот в том проявлении, в котором вот есть среди тех, кто меня окружает, поэтому вот это как бы и понимание моей природы, оно должно перейти ко мне, то есть и вот это его основное его посыл, то что так как он, то и я тоже должен эту роль слуги за, ну как научить это. То есть вопрос в том, что является ли основным послугом гуру то, что он является слугою, он этому учит своего ученика? То, ну, тут два момента, что, во-первых, что гуру это, ну, не какая-то личность, как бы, ну, выдающаяся в том плане, что это просто, ну, личность. То есть я не должен привлекаться к гуру как вот кумир, ну, то есть это Кришна, кто... Вот что я хотел сказать, так ли это или нет, или, ну, и второй вопрос, что благодаря тому, что гуру совершает служение, этим он как бы и привлекает, что он дает это понимание, что моя природа слуги, а не господин. There are two points, there is just, they say that don't create an idol for yourself. And I'm attracted to the guru, when I'm attracted to the guru, but at the same time, I understand that Krishna is behind the guru. This is the one moment. And the second is, guru is the perfect servant. So does it mean that his main message is to just give me the understanding that I should be the good servant too, as he is. Yes, that's very nice. If the guru gives you that understanding that you should be a good servant like him, that's very nice. That is certainly a function of the spiritual master to engage people and to encourage people in the service of Krishna. Да, это очень хорошо, если вы понимаете, что гуру дает вам пример преданного служения, и это очень хорошая функция, которую выполняет гуру, воодушевляет людей служить Кришне. We have to see the example. So the spiritual master shows the example of service to Krishna, and the disciple should want to follow the example of the spiritual master.
И мы должны видеть перед собой пример, и этот пример показывает нам духовный учитель, и ученик должен следовать примеру своего духовного учителя. So the spiritual master will speak about devotional service, and he will instruct the disciples to serve Krishna, and he will also serve Krishna himself. So he won't just only give the instruction to others, but he will also show the example. И таким образом духовный учитель, он дает наставление своим ученикам, как служить Кришне, но тем не менее он не хочет просто давать одни наставления, он хочет показать своим примером, как это делать, то есть он служит сам Кришне напрямую. И, Прабу, уточните, пожалуйста, что вы насчет кумира еще сказали, чтобы точно вопрос я могла сформулировать? Я говорил о том, что я могу привлечься духовными учителями, потому что они, ну, как сказать, такие харизматичные личности. То есть они привлекают. То есть то, что они говорят, они все необыкновенные. Ну, я же не должен именно вот этой личностью привлекаться. То есть я должен понимать, что гуру — это в первую очередь представитель Кришны, и что вот как бы это его слова, то есть его какие-то наставления, это что так со мной говорит Кришна. Вот Махарадж сказал, что... Можно я вот эту часть перенесу? Да. And the second part, am I understand correctly that I know that we should not create an idol for ourselves. And for example, if I'm attached by gurus, for example, because they say something attractive or they just do something attractive to me because they are so amazing, but at the same time, I know all these amazing things that they do because Krishna is standing behind them. Am I understand this correctly? Well, I don't quite know what you mean, what's so amazing, what they do. When they are looking so good, we're talking just about just wonderful things, and so I'm attracted to them. Well, that's nice that you're attracted to them, but the attraction should not just be material. The attraction should be in relation to Krishna. Очень хорошо, что вы привлекаетесь к гуру, но это привлечение, оно не должно быть материальное. Это привлечение должно быть связано, это привлечение должно быть связано с Кришной. You're attracted to them because they said something nice about Krishna, because they did something nice about, they did something nice for the service of Krishna. And so we can appreciate them like that. Don't just be attracted by some material qualifications. И вы привлекаетесь ими только потому, что они говорят что-то замечательное о Кришне, они показывают замечательный пример служения Кришне, то есть не привлекайтесь какими-то материальными вещами. Of course. In our neophyte stage, we are new devotees, we cannot help but be attracted by material things. Конечно же, на нашем уровне неофитов мы можем привлекаться какими-то материальными вещами. However, we shouldn't just only think of some very temporary, very short maybe something which happened just only once, somebody says something or does something, only do it once, it's not the general way. We want to see also that the spiritual teacher is steadily committed to Krishna. Что-то делает один раз, мы должны видеть, что духовный учитель постоянно что-то делает для Кришны.
just simply seeing some occurrence or some incident taking place, that is not the best way to see Krishna. We want to see the steady commitment to the service of Krishna. То есть, если происходят какие-то происшествия или случайности, да, мы должны обращать внимание на то, что происходит какие-то постоянные обязательства, какая-то целеустремленность на постоянной основе. Мы этому должны уделять свое внимание. We want to see the constant struggle for the service of Krishna. Нам нужно видеть это постоянное сражение за служение Кришне. Don't be carried away by to some exhibition or some presentation. Не позволяйте себя унести каким-то таким моментом, который делается на показ. But we should see that the guru is constantly dedicated to Krishna. То, что мы должны видеть, это то, что как гуру постоянно посвящает себя Кришне. Pure devotional service should be constant, it should be unbroken. Чистое преданное служение должно быть постоянным, оно не должно прерываться. And it should be without material motivation. И в нем должна отсутствовать материальная мотивация. So we have to recognize what are the actual characteristics of devotion. То есть мы должны понимать, какие же на самом деле должны быть характеристики преданности, качества преданности. We want to see these things in the spiritual teacher. И мы именно эти вещи хотим увидеть в духовном учителе. Yes. Next question. Yeah. И следующий вопрос, Юна Матаджи, пожалуйста. Спасибо. Хари Кришна, Гуру Махарадж и дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. Секунду, потеряла вопрос. Со слова Шри Прабхупады, Гуру Махарадж, в предыдущей лекции вы сказали, что милость Господа — это не дешевая вещь, и ее нужно заслужить. Но если милость Кришны может быть беспричинной, получается, что она может быть и незаслуженной, то есть только по желанию самого Кришны. Спасибо. Hare Krishna, Guru Maharaj, and dear devotees, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. In the previous lecture, you said that the mercy of the Lord is not a cheap thing and it must be earned. But if Krishna's mercy can't be causeless, so it means that it can also be undeserved. So that is only at the request of Krishna himself, only of Krishna's desire. Yes, Krishna's desire. Да, по желанию Кришны. Without Krishna's desire, how can anything happen? Как же что-то может происходить без желания Кришны? So we have to see Krishna within everything. То есть мы должны видеть Кришну внутри всего. Krishna's mercy certainly is very rare. Конечно же, милость Кришны — это очень редкая вещь.
So first deserve, then desire. You want to get Krishna prem? First, we say first deserve, and then desire. И мы говорим, что прежде заслужите, а потом желайте. So we have to develop the qualification for it, and then we can desire. То есть сначала мы должны для этого развить квалификацию, а уже потом желать. And then we say, man proposes, God disposes. So we may want love of God, but is Krishna ready to give it to us? И мы говорим, что человек полагает, а Господь располагает. То есть это значит, что it means that... Is Krishna ready to give it to us? We это may значит, want it. Krishna... Is Krishna willing to give it to us? Это значит, что Кришна желает дать это нам. Krishna will consider who is qualified. What are we worthy? И Кришна, он оценивает, кто готов это получить, кто достоин получить это. Because when Krishna gives love of God, then Krishna becomes obliged to that devotee. He becomes purchased by that devotee. He becomes controlled by that devotee. Если Кришна дает любовь Богу, то тогда он становится контролируемым этим преданным. То есть этот преданный как бы покупает его. Therefore, Krishna rarely gives love of God. И именно поэтому Кришна редко дает любовь Богу. Because most of us are not, we're not qualified. Потому что большинство из нас не квалифицированы. And Krishna also knows that if he gives love of God to someone, then he, just like Krishna became the chariot driver for Arjuna, he has to become this, Krishna becomes a servant of that devotee. И Кришна знает, что если он дает кому-то любовь к Богу, то он становится для него словно колесничим для Арджуны, то есть он становится слугой этого преданного. And Krishna became a messenger on behalf of Maharaj Yudhisthira. Кришна становится, как, например, Кришна становится посланником Махараджи Юдхиштхиры. And Mother Yashoda, she can tie up Krishna because of her pure love. И, например, матушка Ишода смогла связать Кришну, поскольку обладала чистой любовью к нему. So Krishna enjoys with his pure devotees, but at the same time, the devotees have to be very, very pure. То есть Кришна наслаждается рядом с этим преданным, но в то же самое время эти преданные должны быть очень-очень чисты. How did the cowherd boys get that position of being able to play with Krishna? Как мальчики-пастушки получили это положение, чтобы играть с Кришной? They can play with Krishna, they can wrestle with Krishna, they can climb on Krishna's back. Они могут играть с Кришной, они могут сражаться с Кришной, они могут забираться Кришне на спину. How did they get that position? Как они получили такое положение? They got that position because they did pious activities over many lifetimes. Они получили это положение благодаря тому, что совершали благочестивую деятельность в течение многих жизней. Yeah. Next question. Yeah. Следующий вопрос, пожалуйста, в Раджарани Матаджи. Хари Кришна, Гуру Махарадж, Хари Кришна, преданные, примите мои смиренные поклоны, все слава Шри Прабхупаде, спасибо за лекцию. Если человек садхака достигает премы на земле, то тело не может выдержать, и он оставляет тело. То есть это, как я слышала это, да? Садхаки могут достичь бхавы, а оставляя тело, в них проявляется према. Прему на земле могут выдержать только не те ситхи, Шри Прабхупады и наши ачарьи. Так ли это? Hare Krishna, Guru Maharaj, dear devotees, speaks at my humble basis, is so glorious to Shri Prabhupada.
Thank you for the lecture. The question is, if a person, sadhaka, reaches prema on earth, then the body cannot tolerate it and he leaves the body. Sadhakas can reach bhava, and when they leave the body, the prema manifests in them. When they leave the body, what? When they leave the body, prema manifests in them. So only Nitya Siddhi can just tolerate or withstand this prema on earth. Are they Srila Prabhupada and our acharyas? Are they prima bhaktas? Nitya Siddhi. Are they Nitya Siddhas? Yeah. That's her question. Yeah. Yes, you have to understand Nitya Bhadas can become Nitya Siddhas. Да, вы должны понять, что Нитья Бадхи могут стать Нитья Сиддхами. One may be born Nitya Bhada, but by the mercy of the spiritual master, традиция миллионером, а кто-то может очень много работать и заработать много денег и таким образом стать миллионером. So they're both millionaires. И таким образом они оба являются миллионерами. Someone was by birth and somebody made the money. А кто-то в результате того, что он родился таким миллионером, а кто-то благодаря тому, что он эти деньги заработал. In the same way, somebody is born a conditioned soul, but they become a liberated soul. But they become what? They become liberated. И, например, когда человек рождается обусловленной душой, он может стать освобожденной душой. Certainly all of our acharyas are Nitya Siddhas. И, конечно же, все наши ачарьи являются Нитья Сиддхами. Srila Prabhupada describes both he and his spiritual master, they were born in the family of pure devotees. Шрила Прабхупада говорил, что они оба, и он, и его духовный учитель, родились в семьях чистых преданных. So, to be born in the family of a pure devotee, that is a very special birth. И таким образом, если вы родились в семье чистого преданного, то это особое рождение. So we should not have any doubt about the qualification of our disciplic succession. То есть мы не должны иметь каких-то сомнений в отношении нашей ученической преемственности. They're all Nitya Siddhas. Все они являются Нитья Сиддхами. Because they use the body, mind, and words in the service of Krishna. Поскольку они задействуют свой ум, тело и слова в служении Кришне. Yes. Next question. Yeah. Следующий вопрос, Юна Матвеевич, пожалуйста. Хари Кришна. Харе Кришна, Гуру Махарадж, можно ли глубоко понять философию сознания Кришны, не соблюдая принципы? Спасибо. Харе Кришна, Гуру Махарадж, the question is it possible to understand the philosophy of Krishna consciousness deeply without observing the principles? No. Нет. You can have a superficial understanding, but not a deep understanding. У вас может быть какое-то поверхностное понимание, но не глубокое. There will be no realization. Не будет никаких реализаций. One may know the theory,
But he does not know how to, he does not apply it. So he has no realization of the philosophy. Кто-то может знать теорию, но он не применяет его и таким, ее, и таким образом у, не, у такого человека нет применения философии, нет реализации от философии. Just like one may know the theory, one may know all the philosophy. I said people may know the, all the slokas, but they never chant. They don't chant the holy name hardly. Например, люди, как я уже говорил, могут знать множество шлок, но они не повторяют святое имя. One devotee was telling, I was listening to one devotee give a lecture, and he was telling how he was picked up in a car. He was to go to some program to give a lecture, and the person who picked him up in the car, he was telling him, he said, you know, all the, he was telling him all the slokas he knows, all the different verses and scriptures which he'd memorized. И мне один преданный рассказывал, как он ехал на программу, его подобрал один преданный, довозил его, и он во время поездки цитировал все шлоки, которые он запомнил. So he was telling the devotee how he'd read so many scriptures and he'd memorized so many of the slokas and he knew all the Sanskrit. И он рассказывал, он говорил, что он выучил много шлок и выучил санскрит. But he also said, you know, he said, I just have one weakness that I can't stop smoking cigarettes. Но он сказал, вы знаете, у меня до сих пор есть одна слабость, я не могу прекратить курить. And he also admitted that he takes fish regularly, that he feels fish is very good for the brain, it's good for his health. И он также признался, что он регулярно ест рыбу, потому что чувствует, что она хороша как-то для его здоровья, для его мозгов. So like this, the person materially had qualifications, but spiritually he was not qualified. Таким образом, человек материально имеет квалификацию материальную, но не имеет духовной квалификации. So the same way, somebody knows the philosophy, but they don't follow, they don't practice regulated principles. That means they have no realization. И подобным же образом, если человек знает философию, но он не практикует регулирующие принципы, это значит, что он не имеет реализации. Means they're not really convinced about the philosophy. Это значит, что он не слишком глубоко убежден в отношении философии. Just like you may have a parrot. And you can train a parrot to recite Hare Krishna, Hare Krishna. You can train a parrot to recite the Maha Mantra. You can teach it so many words. И, например, если у вас, например, у вас есть попугай, и вы можете научить этого попугая, например, произносить Hare Krishna Maha Mantra, также научить его произносить множество других слов. But at the time of death, the parrot cannot think of Krishna. He's just going to scream. Но в момент смерти попугай не будет помнить о Кришне, он просто будет кричать. Mm. So, next question. Следующий вопрос, Елена Дмитриевна Матвич, ваш вопрос, пожалуйста. Хари Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мой поклон. Если преданный понял, что сейчас находится на таком уровне, что может прислушиваться и уважать только того духовного учителя, на которого медитирует, своего, так сказать, учителя, и не может также принимать и уважать других преданных, как своего учителя, или вовсе не уважать. Что делать? Спасибо.
Hare Krishna Guru Maharaj, and dear devotees, please accept my humble obeisances. The first question is, if a devotee has realized that he is now at such a level that he can listen and respect only the spiritual teacher he's meditating on, so to speak, his own teacher, and cannot also accept and respect other devotees as his teacher, or doesn't respect at all, what should he do? He doesn't respect others. Yeah. He has only respect to his own teacher. He only has respect for his own teacher. Yeah. Well, his own teacher needs to help him. Это значит, что учитель должен ему помочь. His own teacher needs to show this defect to his disciple and encourage the disciple that he shouldn't just only respect his own teacher. И он должен объяснить своему ученику, что он не должен выражать почтение только своему учителю. At the same time, Guru Bhakti is something very important. It's good that he has love for his own teacher and he has faith in his own teacher. Но в то же самое время Гуру Бхакти — это очень важная вещь, это очень хорошо, когда человек имеет любовь, бхакти по отношению к своему учителю. So we have to appreciate that he does a bhakti for his own teacher. И мы должны ценить это, что он имеет бхакти по отношению к своему учителю. And if he has bhakti for his own teacher, then he'll have bhakti also for his teacher's teacher. И если у него есть бхакти по отношению к своему учителю, значит, у него есть бхакти по отношению к учителю его учителя. So that's good. Таким образом, это уже хорошо. And if he has bhakti for his teacher's teacher has many disciples. И если у него есть бхакти по отношению к учителю его учителя, и у этого учителя очень много учеников, gradually he will come to know them. But more, and he may develop faith and trust in some of the other disciples. И таким образом он постепенно, этот человек будет узнавать их все больше и больше, и будет доверять другим ученикам все больше. Разовьет в них веру других людей. So, you know, we do have this situation in ISKCON. That we encourage people that they should have faith in other teachers, that they shouldn't just have faith in their own guru. То есть в ИСКОН мы имеем такие ситуации, когда мы должны учить людей, что они должны развивать любовь не только к своему учителю, но и к другим учителям, развивать веру. But in some ways it's natural that you have a relationship with one person that he, you know, you've associated with him and you've maybe taken initiation from this person, so naturally you have a special feeling for them. Но это естественно, когда вы принимаете у какого-то человека инициацию, то естественным образом у вас к нему проявляются особые чувства. So the devotees, that they should give that same kind of love and trust to somebody else, it's going to take time. И если вы хотите, чтобы человек начал проявлять ту же любовь и веру по отношению к другим людям, то это займет какое-то время. It can happen, but it will take time. People don't just give their love and trust to somebody overnight. There has to be constant contact and dealings, and gradually they develop love and trust in that person. То есть для этого должно быть какое-то время, потому что за одну ночь любовь и доверие не обретается. То есть должно быть какое-то взаимодействие для этого. Just like before we give initiation, there's a trial period. We're developing trust in each other. Например, как подобно тому, как перед инициацией есть испытательный период, то есть мы развиваем доверие друг к другу.
So the same way you want to have trust in someone, you know, it's going to take time. There has to be some trial period. То есть, если вы хотите развить доверие к кому-то, то для этого понадобится какое-то время, какой-то испытательный срок, испытательный период. Mm-hmm. This is important because in ISKCON we do encourage devotees, you know, you should see all the gurus equal and there should be cooperation with each other, you know, guru unity. You know, maybe in Russia there's many different gurus coming there and we should respect all of them, just we should see all the gurus like our guru. Здесь в ИСКОН мы учим, что вы должны видеть своего гуру, например, всех других гуру также равными своему гуру. Да? Например, в Россию могут приезжать множество других учителей, вы должны уважать их так же, как и своего гуру. But at the same time, somebody you're really close with and some people you don't know them at all. Но в то же самое время есть люди, с которыми вы очень близки, а других вы абсолютно не знаете. The guru, the person who initiated you, he gave you the name, and he knows you, and he's worked with you, and he knows about your history and so on. So you have a relationship with him. Naturally, there's some rasa there, some feelings for each other. И когда какой-то человек дает вам инициацию, то он делает это, когда он очень хорошо вас знает. Таким образом, естественным образом возникает раса, возникают какие-то чувства. It's going to take time to establish that kind of relationship with other gurus. И для того, чтобы установить такого же рода отношения с другими гуру, необходимо время. Externally, you know, you can make it the rule. This, no, you have to do this. You have to respect all the other gurus. He's a guru. He may not be your guru, but still, he's other people's gurus, and you should honor him and respect him. So you may do it externally, but the feeling of the heart will not be there. И вы внешне можете делать это, выражать почтение другим учителям, потому что вы знаете, что они являются духовными учителями других каких-то преданных, можете это делать внешне, но внутри вашего сердца может не быть любви по отношению к ним. So, theoretically, it's very nice that, guru unity, all guru is one, but externally he comes in many forms. Yes, we agree, but still there's that one person who was the one who made the relationship with that devotee and who gave him the initiation, definitely there's some bond there, some affection there. Конечно же, здорово, когда мы понимаем, что есть какое-то единение гуру, что гуру на самом деле один, и он просто внешне проявляется во многих формах других гуру, но все-таки существует один человек, который дает вам инициацию и развивает с вами отношения. То есть это оказывает влияние на вас. So it's very nice, yeah, we want guru unity, we like to see cooperation, but we have to be realistic and understand that there is guru bhakti, and guru bhakti is not a bad thing. Мы, конечно же, приветствуем единение всех гуру и сотрудничество, но тем не менее мы не можем отрицать, что существует гуру бхакти, и это очень хорошая вещь. Okay. Next question? Yeah. И второй вопрос ваш, отвечу, пожалуйста. Хорошо, спасибо большое за такой ответ. Второй вопрос такой. Если наступает период, когда преданный стал нынче совершать внешнее служение,
Успеваю только джапу, мангаларати, чуть-чуть читать. Получается служить, что стало больше работы, больше внимания требуют родные люди. Это плохой знак. Спасибо. And the second question is, if there comes a period when the devotee has become less engaged in external service, she just only do japa, mangalarti, and read books a little, and the rest of time he's spending on daily duties, and this causes despair that it's not possible to serve, that there is more work, more attention is required by just native, just by relatives. Is it a bad sign? Is it what? Is it a bad sign? Is it a bad time? Sign. A bad sign. Yeah. Well, time and circumstances. It may be like that for some time, but it shouldn't remain like that forever. Местные обстоятельства. Так может случаться, как так может продолжаться какое-то время, но это не должно быть постоянно. Yeah. For some times we may be obliged to do more physical service, but that can all, that's not eternal. Things will be adjusted. Да, какое-то время мы можем поступать именно так, но лишь какое-то время. То есть вещи не, ну, вещи не постоянные. We have to do what's necessary according to the time and circumstances. Sometimes you have to do these things, and you cannot just simply. You know, you'd like to be there in the temple and so on, but sometimes you have to leave these things and do other things. И мы должны действовать в соответствии с местом обстоятельствами. И если вам, например, хотя и хочется где-то находиться в храме, но иногда мы должны оставлять все эти вещи и делать, заниматься другими. Just like, you know, telephone is ringing, you have to answer it. You have to take the call and find out what's going on. Это подобно тому, когда звонит телефон, вы должны на него ответить и понять и узнать, что происходит. People are bringing the boga. People are bringing the boga. You have to go and pay them. You have to, you know, they want their money. The vendors want money. They're bringing the boga. You have to pay for it. So you can't say, I'm busy, I'm in the temple, we come back. No, you have to go and pay them for it. Например, кто-то, какие-то торговцы приходят, да, и приносят вам еду, то есть пхогу, и вы должны пойти и заплатить за нее, и вы не можете им сказать, извините, я тут занята в храме. So you have to be practical, you have to consider what is the situation. То есть вы должны поступать практично, то есть вы должны оценивать ситуацию. Yes. Next question? Yes. Мадхуранатха Прабху, ваш вопрос, пожалуйста. Хари Кришна, дорогой Махарадж, дорогие вайшнавы, примите, пожалуйста, мои поклоны, все слова Шри Прабхупаде. Ваше святейшество, вы много времени уже провели в Майпур-дхаме. Я хотел попросить вас рассказать, какой смысл заложен в названии города Майпур и какое значение, каково значение этой дхамы для преданных. Раскройте, пожалуйста, ваш опыт. Хари Кришна. Хари Кришна, Гуру Махарадж, and dear Vaishnavas, please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. You spent a lot in Mayapur Dham, Guru Maharaj, and I want to know what is the meaning of the name of the city of Mayapur, and what is its meaning for devotees? What is the name of the city of Mayapur?
Yeah, what's the meaning of the name? Mayapur? Yeah. Well, Mayapur means the place of Krishna's energy. Mayapur значит место энергии Кришны. Really? Krishna's pastimes are all taking place here. Игры Кришны здесь проходили. And what is its meaning for devotees? Its significance for the devotees? Well, it's significant that it's a place of Lord Chaitanya Mahaprabhu's appearance here. It's a holy, it's a holy dham. It's not just some place on the map. It's a holy dham. И для преданных он имеет такое значение, что это не просто место на карте, это святая дхама, это место, где появился Чайтанья Махапрабху. So many great souls all came and lived here and performed their pastimes here. А много великих душ приходили сюда и являли здесь свои игры. It's the headquarters of the International Society for Krishna Consciousness. И это главный офис общества сознания Кришны. And Srila Prabhupada made it like that. И Шрила Прабхупада сделал его именно таким. So it's very significant for all the devotees. Таким образом, это имеет большое значение для всех преданных. And Prabhupada wanted everybody in their lifetime, at least in their lifetime, they should come one time. И Шрила Прабхупада хотел, чтобы люди хотя бы раз в жизни побывали в Майяпуре. And Prabhupada organized a Gaur Purnima festival here, that devotees would come here celebrate Gaur Purnima. И Шрила Прабхупада организовывал здесь фестиваль Гаура Пурнима, чтобы преданные приезжали туда на Гаура Пурниму. Of course, Srila Prabhupada had pastimes here. Prabhupada spent time here. И, конечно же, Шрила Прабхупада здесь проводил время. And Prabhupada envisioned there would be a city here one day. Would you repeat this? Prabhupada envisioned that in the future there would be a city of Krishna conscious devotees here. И Шрила Прабхупада предвидел, что в будущем здесь будут жить люди в сознании Кришны. Okay. Next question. Yes. Следующий вопрос, Елена Миронова, пожалуйста, ваш матча. Спасибо большое, Хари Кришна. Ваше святительство, дорогие преданные, примите, пожалуйста, поклоны. Вопрос такой был по поводу Дурки. В основном священном писании говорится, что Дурка — это одна из форм Парвати. Но встречаются источники, где говорится, что Шримати Радхарани тоже принимает форму Дурки. И это меня несколько запутало. Это ошибочное утверждение или здесь нет противоречия? Такая форма может проявляться у Шримати Радхарани. И что... Радхарани, если она у нее есть. Спасибо. Хари Кришна. Hare Krishna, Your Holiness and dear devotees, please accept my humble obeisances. The question is, usually in scriptures they say that Durga is one of the forms of Parvati, but there are sources where it's said that Srimati Radharani also takes the form of Durga. Is this statement wrong, or is there no contradiction here, and this form can manifest itself in Srimati Radharani? And what does the form of Durga mean? Thank you.
Well, all of the forms, they're all coming originally from Srimati Radharani. All of the expansions, they're all, you know, all the gopis and all the goddesses of fortune and all the Krishna's wives in Dwarka, they're all expansions from Srimati Radharani. На самом деле все формы исходят из Шримати Радхарани, все копи, все богини удачи, все жены Кришны в Двараке, все они исходят из Шримати Радхарани. And all the forms in the material world, they're all coming, they're all Krishna's energy, the expansions are originally from Krishna's original energy in the spiritual world. И все проявления в материальном мире, все формы в материальном мире на самом деле не являются экспансиями энергии Кришны в духовном мире. So Durga is described in the Brahma Samhita by Lord Brahma. There's a prayer. Shristi Stiti Pralaya Sadhana Saktareka Chaye Vayasya Bhuvanani Vibharti Durga Ichana Rupam Apiyasya Chachestatesa Govindam Adipursam Tamaham Vajamin. Durga is described by Lord Brahma as the creating, maintaining and annihilating principle of the mundane world. И Дурга описывается Брахмой в Брахма-самхите как создающий, поддерживающий, разрушающий принцип материального мира. Which is worshipped by all people. Которой поклоняются все люди. But she moves like a shadow under the direction of Lord Krishna. Но она движется как тень за Господом Кришной. We say, Maya Dyakshena Prakriti Suyate Tacharachara. And this material nature moves under the control of Krishna. It's not independent. It's under the control of Krishna. And Mother Durga conducts herself under the direction of Lord Krishna. И мы говорим, что материальная энергия движется за Кришной, и она не может быть самостоятельной. И Майя Дурга таким образом, она также не действует самостоятельно, она идет за Кришной. Okay. So we also offer our respect to Mother Durga. И мы таким образом мы также выражаем свое почтение матери Дурге. Along with her husband, Lord Shiva. Вместе с ее мужем, Господом Шивой. So she's one of the expansions of Srimati Radharani. Everybody's expanded originally from Srimati Radharani. She's the original form of the pleasure potency. The pleasure potency is Radharani. И таким образом она является, Майя Дурга является экспансией Шримати Радхарани, энергии наслаждения, экспансии энергии наслаждения. And this is how Mother Durga comes to the material world to oversee the affairs of the material world, but under the direction of Lord Krishna. И таким образом Майя Дурга приходит в этот материальный мир для того, чтобы наблюдать за всеми событиями материального мира, но под руководством. Yeah. Yeah. Следующий вопрос. Из чата. Харе Кришна, Махарадж, дорогие и дорогие вайшнавы, примите мои поклоны, вся слава Шри Прабхупаде. В продолжении вопроса о гуру. Бывает так, что гуру падает, и в таком случае это ошибка ученика, что не распознал такого гуру, или этот духовный учитель на момент инициации ученика был квалифицирован, но потом потерял квалификацию. Если проблема в гуру, то почему гуру теряет
or is this spiritual teacher on the moment of initiation, he was qualified at that time, but then he lost his qualification. And if the problem is with the guru, then why does guru lose his qualifications? Yes, this is an interesting comment. With the guru does fall, some gurus, they have fallen. We have seen a number of gurus fall from their positions. It meant initially they were qualified, but somehow in the course of time, they lost their qualification. Да, мы видим, что это интересный момент. Мы видим, что некоторые гуру падают, и в самом начале, первоначально, они обладали хорошей квалификацией, но затем с течением времени они ее потеряли. And this is one reason why people in ISKCON are encouraged not to just simply depend on one person as a guru. И именно по этой причине в ISKCON мы воодушевляем людей, чтобы они, у них был не только один человек, не только гуру. Most important, we're all encouraged to take full shelter of Srila Prabhupada. И что более важно, мы должны, нас воодушевляют, чтобы мы принимали полное прибежище у Шрилы Прабхупады. And as well as taking initiation, we should also accept people as our instructing guru. И когда мы принимаем инициацию, когда мы принимаем посвящение, мы также должны принимать определенных людей как наших наставников. We say there's safety in numbers. Мы говорим, что безопасность в численности. So if your Diksha Guru in his own spiritual practice. И одна из причин, почему гуру падает, состоит в том, что он просто становится невнимательным к своей духовной практике. We see sometimes a guru that they take sannyas very prematurely, and then when they start to get a bit older, they feel more restless in the spiritual ashram. И мы знаем, что некоторые гуру не принимают саньясу преждевременно, и с течением времени они могут, допустим, сменить свой ашрам. But sometimes people come from householder life, after being in householder life, they come to sannyas, and they still have attachment to their family, and they're not able to give up that attachment to the family. Но иногда люди приходят из жизни домохозяев, приходят к жизни саньяси, но тем не менее они все еще не оставили свои желания жить как домохозяева. There was an привязанности. One incident was described by Srila Prabhupada. He said that Bhaktisiddhanta Sarasati Prabhupada gave sannyas to one of his disciples. But then that disciple's wife came and took him back. И Шрила Прабхупада описывал один случай, который произошел с его учителем Бхактисиддхантой Сарасвати. Бхактисиддханта Сарасвати, его жена, и забрала его обратно. And Bhaktisiddhanta, he said he was, he felt helpless that I could not save him from falling into material life again. И Бхактисиддханта Сарасвати так сказал, что я почувствовал свою беспомощность, что я не могу его спасти от материальной жизни. So this is not a new phenomenon. Be careful. И это не какой-то единичный случай, который происходит в ИСКОН. Нет, это достаточно обычный феномен, это происходит повсюду, поэтому человек должен быть очень осторожен. Some people, they're not very lucky, and some people took initiation once, twice, even three times, and the guru fell. И, например, есть настолько неудачливые люди, что иногда они единожды принимают инициацию дважды или даже трижды, но их гуру падает. So you have to have mercy. То есть у вас должна быть милость. And you have to be cautious also.
И вы также очень должны быть сами внимательны. Okay. Next question. Yeah. Валентина Матвеевна, ваш вопрос, пожалуйста. Матаджи Валя, ваш вопрос. Вас не слышно? Татьяна, она просила зачитать вопросы. Ага, хорошо. Вопрос из чата. Харе Кришна, примите мои поклоны. Иногда удивляешься, как такое может быть, и в то же время двойственность страдания от материального мира тоже от него, как отработка. Как ценить и осознать эту милость? Обуславливаешься. Hare Krishna, please accept my humble obeisances. The question is, at the level of neophyte, such an attitude towards Krishna is as a performer of all desires. I understand that this is offensive, but there is faith and confidence that with the grace of Prabhupada and Lord Chaitanya and his devotees, such mercy is just... we have such mercy, and you ask for spiritual growth and giving a devotional service. Your Grace, you said that the mercy of Krishna is very rare. How can I understand that it is just this mercy is spreading on me, on a sinner? Sometimes I wonder how this can be, and at the same time the duality of suffering from the material world is also just from Krishna, just as we are working out our sins, how to appreciate and realize his mercy. Well, you have to be, and you experience a change in the body and mind. Вы постоянно должны участвовать. You should follow the process constantly, and you will experience it. We experience as we follow the process. We experience how we're changing. И когда мы следуем процессу, мы ощущаем, как мы меняемся. After practicing Krishna consciousness, there's so many changes in our life. And these changes definitely must be for the better. That is the mercy of Krishna. И то, какими мы были до того, как пришли сознание Кришны, и как мы претерпели столько изменений в результате практики, и, конечно же, все эти изменения должны быть к лучшему, и именно в этом милость Кришны. Yeah. Okay. Next question. Yeah. Next question is from the chat. It's how, in English. How many more questions are there? One more question. Okay. It's the last one. Hare Krishna Gurudev, all glories to Srila Prabhupada, and to you and to all the devotees of the Lord. Can we call experience of mercy of both of a person as вопрос из чата? Харе Кришна, Гурудев и вся Саша Шриле Прабхупаде и всем преданным. Можем ли мы назвать переживание милосердия человека осознанным? Люди, которые молятся нерегулярно и не являются преданным языком, можем ли мы назвать милость, которую не испытали реализации? Well, it's possible, even though they're not practicing, they're not devotees, they may have some experience of Krishna's mercy. They may have somehow. Случается, когда человек не является преданным Кришне, но он взывает Кришне, взывает к его милости, и он ее получает. So the fact that they did approach Krishna, that was to their favor. И факт в том, что когда они приходят к Кришне, они
Таким образом, это является для них благом. They had some faith because they came to Krishna. They asked Krishna to help them. So it meant they had some faith in Krishna. И когда они приходят к Кришне и просят его помочь им, это значит, что у них есть какая-то вера в Кришну. And Krishna reciprocated, wants to encourage them. И Кришна выполняет все это, чтобы воодушевить их. It may happen, it may not, we don't know.